Еще потише. Во, нормально? Я думаю, что нормально. Я чуть-чуть охрип, не знаю почему. Еще потише. Во, нормально? Я думаю, что нормально. Я чуть-чуть охрип, не знаю почему. Боже. Ракообразное существо. Вот опять у меня мышка отключилась. Ты ж сам слышишь, да? Просто посмотри на эту боль. Посмотри, видишь? Это капец, просто. Да ну нахер, короче, буду так играть. Не туда вообще. Пусть меня будет подлагивать, так все равно буду играть. Угу. Ой, чувствую, что ты будешь слышать всю бомбежку. Ну, если не уйдешь заранее с стрима. Потому что на прошлом стриме меня подгорало. Теперь оно само прыгает, отлично.
3К попыток же, а я 6 потратил уже в сумме. Ну почти. Сука. Я даже сейчас посмотрю. Ой, сюда я нажал. Кстати, на какой эту часть я остановился? А, ну ладно, попробуем. Понятно. Ладно, еще раз. Ладно, все. Вот 3100, ровно 6000. Ну почти ровно. Ничего себе. Да ё-моё. Ладно, пусть так будет. Вот все. Ну так у тебя 600 часов у меня. 4 с половиной. А у тебя 30? Ты сколько процентов? А, 32. Это вроде UFO начинается там. Ой, это не UFO-шка, это... Колёсико. Да? Или чё там? Я не помню уже. А, волна. Просто я смотрел Саникса сегодня. Он... Это... Мультибас проходил. Ну, типа, два будут базы вместе. Thank you.
Чика. А, блин. Куда я нажал? Чат! А, вот он. В смысле? Какого хрена? Чат, вернись на мое место прежнее. Сюда. Куда он теперь пропал? Нормально так. Ты, конечно, понимаешь, у меня боссовый комп. Ну, не до такой же степени, чтобы все лагало. Вот после волны, вот надо го писать, там, я не знаю, орать на всю. Хотел я кричать го, типа, после волны. Потому что, когда я прохожу волну, я 100% захожу до Last Part. Ну, не сейчас. Кстати, может, потренить чуть? Так, куда уже тренить его? И так, какие, не знаю, кто. Ладно, солюсь сейчас. И быстро потреню Last Part. Думаю, сегодня точно пройду. Кстати, скиф. Запомни то, что я тебе вчера сказал. Если я на 97 сходю, то я на себя налью водичку. Двухлитровой бутылки. Ну, либо с ведра. Я надеюсь, что такого не будет. Я прям очень хочу. Прикинь, так надо выбросить на 98%. Да не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. А то это капец был бы. Подожди, а кто слез на... Короче, на трех шипах в конце выпасть? Ну, знаменитых. Да какой хер там кричит под окном, блядь? Что за бомжи завелись там? Подожди. Опять эти выблядки орут, блядь, на весь этот двор. Бесит они меня уже. Вчера заебывали во дворе, нас сегодня. Они вообще никогда жизни не дадут нормально жить. Понимаешь? Сука, как это вообще херню брать? Ну, поднять, по крайней мере. Во. Ну. Чат, в смысле? Что за хрень? Вот сюда. Вы ты слышал, как только что меня орали? Да. Да блин, поставься ты уже! Спасибо. Так. Вот это здесь было. Все. Я не знаю, как я случайно это все передвинул. Ладно, скиф, все, погнали. Ну чё, народ, погнали нахуй. Так. Ладно, это будет долго, если я буду отсюда тренить. Просто пару попыток сделаю. Чтоб не забыть там. То мало ли. Когда дошел сюда, мне так начало лагать здесь. Я не знаю почему. Да ё-мо. Это, блядь.
Перестань лагать. Быстро прошел, однако. Шесть попыток. Да. У нас в классе один цыган есть. Ну просто у него волосы черные. Ну такая. Уже потемнее, что мы его цыганом. Черным принцем, не знаю, как только не называем. Ты понимаешь, типа в этом всем духе. Хач у нас есть тоже. У него просто монобровь растет. У него борода, он просто уже брился. Там щетина растет. Переходит в 9 класс, у него уже щетина выросла, можно сказать. Какой скилл такой? Эти бомжи, ну и бомжи, дети малые во дворе. Не круглосуточные гуляют на улице. Ну, кроме ночи, конечно, потому что мы ночью выходим. Потому что днем не выйдем нормально. За жары, потому что. А еще у нас болезни против солнца. Как там зовутся? Ну, типа вампиры. Не выходим из дома. Ай, сука. А там не дай бог слиться. Да че ж такое, че у меня горло болит? Папой помощь. У меня такая мышка, что нужно посильнее нажать. Не мягкие такие клики, что или нажал, оно же это сразу падает. И там надо так жестко нажать. Блять. Вот там надо как-то запомнить момент, чтобы я. Да, блядь. Да, так, стоп. Мне нужно запомнить этот момент. Как-нибудь послушаю в следующий раз. Ну чё, в кого? Мышка натренирована, в кого? Рука, да? Или так? Такое ощущение, что я сам с собой базарю. Да ёк-макарёк. Ах, курва. Я знаю, уже читал сообщение, то это мне написал. Суп. Ладно, попробую. О, хорош! Кстати, скиф у меня стрим лагает? Или нет? Хорош! Ну чё, в кого? Мышка натренирована, в кого? Рука, да?
Ведь так? Такое ощущение, что я сам с собой базарю. Что-то как-то она меня фризит, мне кажется. Ого. Ах ты, реклама, да? Все в этом духе. Ну, пофиг. Потом посмотрю. Ах ты, пиарщик херов. Ладно, сейчас. Подожди, ты чё, стрелял превью стрима X в этого, в гитары, да? Ах ты, цыган. Стоп, а я подписался хоть? Или мне показалось? А, да, подписалась. Ладно, стартуем. Ну что это такое? Почему она не нажалась? Подождите, мне кто-то долбится в двери. Гулять звали. В пейнте. Ты бы знал, где я нарисовал свою превью. Ой, не превью, а это. Короче, фото канала. На, превью канала, вот так. What the fuck? What the... Тип-тип-тип. Так-тип-тип.
не успеваю. На Вавилон. Ой, мой битбокс. Да боже. Вот тут. Вот да что это такое? Да ну его. Чё там? Это одинаковые? Битбокс. Больше не буду этого делать. Так, всё. Давай, мышка, пожалуйста, не подводи меня хоть сейчас. Я тебя вообще прошу, не надо. Как ты меня часто подводила. Прямо очень часто. Ну вот что это было? Ну, мышка. Я как даун теперь. Так я же написал. Ой, зашел на... Супчик! Кажется. Супчик! О, чувак, это ты параноик. Наверное. Ну даже было так. Просто чеканул на волне. Растерялся. Бывает, в кого не бывает. Я как всегда со своим этим с дефектом речи. Да. Я столько дам, что даже говорить не умею. Серьезно. Собака. Ух ты, ё-моё, не туда зашел. Тапком. Да ну ты шо, это рисково. Тем более он с ножом, а ты с тапком. Но ты больше, но это не точно. Несмотря в ширину или в длину. Или что там вообще шире в нём. Или широкая на широкую. Широкую. Я как будто только что скартавил. Картавил. Да скотина ж ты такая, ну ё-моё. А я это только еще в начале, я уже начинаю чуть перегорать, а дальше будет жестче. Намного жестче. Прям капец. А я не хочу, чтобы я просто карал на всю хату. Даже не хату, на всю улицу. На весь мой район. Да ёк, Макарёк, ну что это такое? Ты это его лампой тресни в ёржик, да. Ёржик именно так.
Да собака ж ты такая невгодная. Люблю собак. Да собака, ну чё, она сама прыгает теперь. Ага, боже. Блядские собаки. Да собака, ну что ж такое? Почему у меня всегда собаки виноваты? А, боже. В смысле, бомж? Все бомжи. Сбегал во бомжи. И какой-то бомж, на которого подписано 34 подписчика. И полкласса. Я шучу. Давайте сам. Пошутил сам, посмеялся. Ну давай, хотя бы до дро подойди. Пожалуйста. Может. Собака тупорылая. Ненавижу. Не, собак я люблю, а вот мышку ненавижу обоссанную. Она свернула игру. Спасибо. Обожаю просто. Да чтоб эту мышку в жопу имели. Да теперь РД не открывается, алё. Хоть не вылети. И так до того момента еле дохожу. Они еще меня мучают. Да ё-моё, ну мышка, ну почему ты сейчас тупишь? А, бля, я сейчас подключу свою старую мышку Logitech, и она то будет лучше, чем та босса на всё серьёз. У тебя на той мышке даже нормально с ним прыгнуть, но она будет лучше, чем эта, потому что она не будет сама прыгать без причины. Вот как сейчас! Что это, блин? Так, все. Теперь мышка у меня будет медленно шевелиться. Теперь она уж точно никуда не будет. Но я надеюсь на это. Да ладно уже. 3000 попыток, все. Блин, пиздец. Давай, Андрей, бить не хотя бы. Хотя бы рекорд. Хотя лучше пройти. Thank you.
Ура, мышка не багнулась. Зато здесь-то... Сука. Нет, старая почта говно, а новая нормальная почта. Ну, вроде бы. Пока она вроде пока что не косячила. Такой, ну они все против меня нет или что? Думаешь, ты теперь это, ну, боже? Да сука, вырубись режим босса. Я не против. Надо врубить тот режим. Упс, я врубил. Да, я врубил. Где мышка? Вот она. Все. Попробую только ложать мне здесь. Я никогда не приду за тобой, сын демон. Вначале не могу пойти. Ну что это, ну, бляха-муха. Да ёба, ну почему я начало теперь не могу пройти? Ну, ё-моё. Скиф.
Давай свою фирменную. Ну как ты меня спамил в стиме. Ну 100% мне поможет. О, Том Хай. Скотина, мышка ебаная. Он должен быть на стриме. То сейчас опять уйдешь, а я рекорд подвесу. Так и никто не видит мою бомбежку. Как на прошлом стриме. Когда был 0 человек, я так бомбил. Опять вернулась, ну ё-моё, ну как? Thank you.
О май гад! Ой, ё-моё, сука. Скиф, ты слышишь меня? Если слышишь, напиши в Steam. Что ты мразь? Я шучу. Скиф, пидор. Ай, бля! Ты что, даун? Да ё-моё! Зачем звонил? Thank you.
Да ё-мо, ну что ж такое? О, Диз вышел еще один. Ты специально мне наяришь или что? Алло, бля. Что ты мне наяриваешь? Конечно, слышишь. Я помню, когда мне скайп не врубал, так я таки базарил с друзьями. Ну что же это такое? В смысле? Да есть все. Ты что, наркоман? Ну, су... Хрик. Да-да-да. Ну, я это не знаю, почему или что. У меня обычные наушники Sony. Самые обычные, вообще. За 700 гривен. Блядь, наушники за 40 гривен. У тебя? Ух ты, ёбан, там ты шо жесткий. Нельзя было наушники с микрофоном уже купить хотя бы. У меня наушники и микрофон отдельно. Да ёк, макарёк. Блин, сук. Ну так попросил своей сестры наушники маленькие обычно для телефона. Там же есть микрофон. Ну или просто спионерю ее, не спрашивающий, не спрашивающий. Супчик, ну бляха, муха, на дропе слился. А чё, это ещё тихо. Но мне всегда ручьё, типа, очень громко долблю. Мышки, особенно когда злой, я ему ёбнусь, что все соседи утром, ну типа вот так, только намного погромче. Ой, я, короче, у меня есть досочка для этой, для клавиатуры, знаешь, она так по-своему выдвигается, и, короче, как с колена ёбнул, так оно спало. Бля, это когда я проходил этот, вроде ретро-серкл, бля,
забыла, конечно. Бля, вот дотрындился, боже. Отцепми он с теми. Я не вижу заявку. Окей, okay, I wait. Oh my god, my English is very good. Yeah. Хватит бита с меня сегодня. Может, найду, кстати. Ох ты, ё-мо. Ух ты, ё-мо, вот это. Ладно, все. Помолчу. Ладно, подожду его заявку. Слушай, Скифка, когда я скажу, что я на дропе, я буду, короче, кричать. Ну, либо ты слышишь, я сильно долблю по мышке. Да, стоп, что это такое у меня началось? Бля, как это убрать теперь? Бля, пиздец. Скиф. Вибратор, ты шо? Не пали меня, пожалуйста. Не надо, тихо. Это всего лишь телефон вибрировал. Ну, вроде. Не, серьезно, что ты слышал? Какие вибрации? Ты шо вообще ебанутый? Это все твои наушники за 1500 гривен. Или со сколько ты там их покупал? За 1500 рублей. Да бля, я старт не могу пройти. Бляха-муха, да что это за человек? Скиф, а ты умеешь битбоксить? О, я, наверное, нашел его. Бля. У меня, конечно, такой говёный бит получается. А может, не говёный. На этом микрофоне он плохо. Что-то там получается. Сарказм, да? Это, знаешь, как это учился 9 лет на математика, а пошел на английский. Пс. Ой, сочувствую ей. Это жестко. Это когда я с тренером ехал в это, ну, на чемпионат Украины по тяжелой атлетике. Были все забитые номера в комплексе. Нам пришлось жить в общаге неделю. Ну это. Ну ты понял, да? Не, ну может быть ей повезет, там, может быть, нормально все будет, но.
Это жестко. Кто выживет, тот и выживет. Да блин. Блять. Ай, шо? Шо это за мочеки? Мне там чувак написал. Ничего себе, я без ошибок написал. I can't try. Ну, вроде без ошибок. Да чё? А, это у меня в подъезде кто-то бегает, наверное. Ну, либо ты дальтоник. Опять шутканул смешно. Да, я знаю, что это не те люди. Search. У нас. Ты только что-то слышал? Опс, чуть не спалилась. Ух ты, ёк-макарёк. Ух ты, ёма. А, ну это я уже креслом езжу. Дун-дун-дун-дун. Да ёк-макарёк. Херась, вот это тайминги. Ого. О, бляха. Вот. Во. Бля. О, что? В смысле? У меня теперь скин белый. Скин, глянь. Вот. Да. Фак, мазафак. Опять мне кто-то стукает, да боже. Я тут. Слушай, скип. Ты что недавно употреблял? О, господи, это вообще проходимо. Какао. Ну это самый жесткий наркотик, мне кажется. Оп, да ё-моё. Не, ну нахер. Скип, что такое лайаут? Упс, капс. I won't beat it. It has straight light and stuff. Yes, but the wave is impossible. Six have section 2. It was a secret way for you, so I will be happy to give you a copy of the level. Fuck.
А, понятно. Я уже, наверное, не пойду, у меня уже реально все уже не буду проходить. Не знаю, мне либо отдохну недельку вообще, просто до ГД, потом зайти. Либо задрачивать как бешеный, не знаю его, пока не сдохну нахер. Это как тебе такая теория? Блять. Только не бей за матюки, пожалуйста, не надо. Мне, короче, это я баночку колы ходил покупать, типа. И это. Я не в холодильник его поставил, потому что она была, типа, а морозилку. Я бы уж там будет не кола, а лед. А я хочу колу. Холодную. Фух. Вот сейчас где дроп. С богом. Собака! Холодного сока. А я пить хочу. If you don't have the need skill to do it, then it is not impossible. I don't have a jitter mouse. Где? Я только с этого всего понял. I don't have a jitter mouse. Типа, я не имею jitter, типа, мышку. Если ты не можешь... Если ты не можешь, если ты не имеешь скилла, не де... Блин, хер пойму, что там написано. Это невозможно. Скиф не страшно. Может, короче, это типа заканчивать стрим. Потому что я это... Ай, блядь. Хорош. Скиф, слушай. Я, наверное, буду заканчивать стрим. Блин, до сих пор 34 подписчика. Hello, darkness, my friend. I want to talk with you again. Слушай, Скиф, а может ты реально купишь это GTA 5?